Фраза «моя первая учительница» для всех привычна. Если же речь идет о педагоге начальных классов мужчине, это вызывает не только интерес, но и удивление. Вот такой удивительный человек Владимир Павлович Логинов работает в младших классах университетского лицея. Стаж 42 года, половина из них в этой школе. Мне нравилось и в старших классах работать, но вот почему-то даже маленькие дети больше тянут к себе. Вот. Это народ очень честный, во-первых. Они верят буквально с первого раза на слово учителя, потому что слово учитель для них закон. День учителя, впрочем, как и другие праздники, Владимир Павлович не любит. Говорит, слишком много шума и суеты. Гораздо важнее для педагога любовь его маленьких учеников. И уже в этом мальчишки и девчонки Логинову не отказывают. Ребята гордятся своим педагогом. Я хочу поздравить Владимира Павловича от всех нас, чтобы он таким же оставался. Желаю ему счастья, здоровья, чтобы он всегда таким оставался, чтобы дальше всех так обучал, как и нас. Поздравляю вас. Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.